Усы. Технология точно такая же, как и при создании ресниц. Выделяем необходимый участок геометрии. Необходимые полигоны выделяем. Отдетачиваем их. Детач. S-клон. Это у нас усы. Окей. Выходим из полигонов. Выделяем наши мастэш. Заходим в Object Properties, снимаем галочку Renderable. Окей. Назначим им такой же цвет, как и бровям, чтобы их было хорошо заметно. И давайте их подредактируем. Так, отлично. Теперь можно сделать симметрию. Флипуем по X. Коллапсим стек. Правая кнопка мыши. Collapse all. Назначаем Skin Wrap. Добавляем голову. Рекомендую сохранить сцену перед тем, как продолжить. Ctrl-S. И проверяем, что у нас происходит. Так, Fall of 10. Distance на 0. И попробуем здесь уменьшить. Так, смотрим. Да. Назначаем модификатор Hair and Fur. Сразу перекрасим его. Material Parameters сделаем черными их. И root, и кончики. Убираем черный цвет, делаем mutant color. И обнуляем specular, чтобы волосы у нас не бликовали. Попробуем теперь стилизовать их. Ну, во-первых, мы сделаем сегментов 100. Уменьшим количество с 10 000 до, скажем, 3 000. Теперь зайдем в Style. Возьмем функцию Scale. Увеличим здесь. Вот такие вот пиратские усы ему сделаем. Теперь смотрим, они торчат как не пойми чего. Значит, мы берем Translate. И начинаем укладывать волосы так, как нам необходимо. Так.
лучше это делать ближе к ортогональной все-таки проекции. Так, в окошке фронт, чтобы совершенно точно расположить. Побольше кисточку делаем. Ctrl-Shift и левая кнопка мыши. Так, здесь то же самое. И здесь их пригладим. Так, ну вот такие у нас получились пиратские усы. Так, возьмем функцию cut. Чуть-чуть здесь подрежем в окошке фронт. Так. Выходим из саб-объектов. Смотрим, что у нас получилось. Shift-Q. Угу. Забыл переключиться в перспективу. Перспектив. И давайте, наверное, сразу подредактируем здесь. 100. Сделаем поменьше, потоньше root. 5, например. И потолще кончики. Предположим, 0,8. Проверяем. Shift-Q. Ну, прикольно смотрится. Так, теперь смотрим, как они себя ведут. Сохраним сцену. Ctrl-S. И смотрим. Ну, отлично. Проверяем всего нашего перца. Прячем основное тело. Достаем наш смус. И смотрим. Ну, отлично! Отлично! На этом все, дорогие друзья. Не забывайте поставить лайк, оставить комментарий. С вами был Евгений Рубанов. Всего доброго, друзья!